Начинается официальный визит главы белорусского государства в Пакистан. В эти минуты борт номер один вылетает из национального аэропорта Минск в Исламабад. В программе переговоры Александра Лукашенко с президентом страны Мамнуном Хусейном, премьер-министром Навазом Шарифом, руководством пакистанского парламента. По итогам ожидается подписание документов по сотрудничеству в разных сферах. Пакистан – перспективный партнер для Минска в Южной Азии. По итогам прошлого года товарооборот составил почти 60 миллионов долларов. Стоит задача довести этот показатель до миллиарда. Александр Лукашенко примет участие в церемонии открытия 4-го белорусско-пакистанского делового и инвестиционного форума в Исламабаде. У нашей делегации также запланирована серия переговоров с пакистанскими партнерами.